projection. Camera solving gradient. Position parallax. Rotoscoping. 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 Gaming. Match moving. Morphing warping scale. Expression motion blur. Rotoscoping. Rotoscoping. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете очередную, уже 21-ю склейку, и она будет весьма необычной. Как правило, в прошлых миксах на интервью приходили к диджею уклейки, но сегодня автор прошлых подкастов сам будет отвечать на наш вопрос. Конечно, сам. Как иначе? RDS-37 Project, и в гостях Влад Вайховский. Всем привет, пацаны и не пацаны. Он же диджей Уклейка. Здравствуй, Влад. Скажи, как ты пришел в мир хардбаса и самопал? С чего началось твое знакомство с этой музыкой? Сидел в ВКонтактике и искал музыку, чтобы скачать на Натию 7210 и путем нехитрых вводов названий композиций нашел проект «Жестянщики», но так как уже в то время «Пампинг Хаус» пришли стёрные проекты типа «Диджей Жестика» и его «Жестянщиками», я быстро проникся в мир самопала и андеграунда, что весьма забавно мне казалось на тот момент, и спустя какое-то время я скачиваю Fruity Loops 10 и пробую сделать бочку бас, чтобы колбасило соло и чтобы тёлки раздевались по пояс голыми. В январе этого года ты выступал на разогреве на концерте Александра Пистолетова. Как прошел концерт? Хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия и отдельно сказать спасибо Алексею Навальному, так как в этот день еще был митинг в поддержку Электрохауса, что весьма неблагоприятно для продвижения Пампинга, наверное, хуй его знает, но играть с Ксиоми, как по мне, самый топ за свои деньги, доволен как слон. Танцую, своим телом трясу я, как же срать все люблю, я, и тебя полный рот надавлю я. Танцую, 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 своим телом трясу, телом трясу я, срать люблю, срать все люблю, и тебя полный рот надавлю я, Мы смотрим на звезды.
звезды, метеоритов падения. Ты загадала желание, но не сказала, какое. В твой довольный ебальник, в твой довольный ебальник упал коричневый карлик. С какими еще диджеями или музыкантами ты сотрудничал? Слон было множество соителей, сейчас список будет. С Электроанусом, Иваном Злым, Мистером Деном, Коляской Проджект, с которым впоследствии тоже склейку сделал, какими-то смелыми неравнодушными бабами, которые записывали и присылали свои сэмплы и не только сэмплы, если вы понимаете, о чем я говорю. Спасибо няшам, здоровья им всем. Также сотрудничал с молодым и успешным диджеем Хьюж Лаутом и его не менее легендарным лейбле «Крутить записи». Последнее, что делал, это фит с докторами болотными, вроде всех назвал, а ну еще как, то по ночам заебывал вопросами дядю Жести, чтобы сделать с ним склейку, и даже отправил демку для фита, но чё-то ему демка, наверное, не зашла. Так как проект был из FL, студия у него, похоже, кубрис, не подошел формат, и забил хуй. Своим телом трясу, я трясу, делом трясу, как же срать, люблю, люблю я. Танцую, 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 и тебе полный рот надавлю я. Делом трясу, я трясу, я танцую, 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 танцую. Своим телом трясу, я трясу, делом трясу, как же срать, люблю, люблю я. Срать, люблю, люблю я. И тебе полный рот надавлю я. Каково, по твоему мнению, будущее хардбаса? Останется ли он на уровне примитивных мемов про славян, или его ждет иная судьба? Куда все идет? У хардбаса есть только прошлое, будущего у него нет, как и у нас. Но скорее всего просто в историю превратится. Будущее у хардбаса только одно – вернуться в изначальную позицию. Каким он и был, а был просто глухим звуком, дополненным к Вроденсу. Отобрали ноут, телефон и банковскую карту. Ведь по их словам спонсирую я террористов страшных. На карте лишь стипендии 2000 рублей. Но ты весь мой капитал, но и нет его теперь. Я хотела родить тебе ребенка, но меты нашли мои сохраненки. И не зря я набивала на себя татуировки. И не зря я набивала на себя татуировки. Сижу самым яку, другой начну вас уважать. Стану самый толерантный патриоткой в мире я. Перестану мема сохранять и громко хохотать. Что-то резко расхотелось в нашей мне стране рожать. Я хотела родить тебе ребенка, но меты нашли мои сохраненки. И не зря я набивала на себя татуировки. И не зря я набивала на себя татуировки. Я хотела родить тебе ребенка, на меты нашли мои сохраненки. И не зря я набивала на себя татуировки. И не зря я набивала на себя татуировки. Musisz się rozebrać. Delikatnie i powoli, tak jak zechcesz. Zrób mi jeszcze jedną rzecz, zanim nie weźmiesz. Na początek chciałem grzecznie ci powiedzieć. Wszystko zgodnie z planem, nawet gdybym mógł dla niej mieć. Следишь ли ты за развитием хардбаса на Западе? И если да, то какие исполнители тебе приглянулись? Это относительно. Мы и так
Северно, в западном округе находимся, и хуй знает за кем следить, они и так появляются, если должны, а если нет, то и хуй с ними, западное звучание можно добиться и в Тверской области. Расскажи, пожалуйста, о твоих будущих творческих планах. Скажу, много планов было, даже создать опять склейку с самим собой, но я что-то послушал себя и решил все переделать. Можно сделать много и хуёво, а можно сделать мало и нормально, многое что пока сделал, но это нихуя не нормально. То же самое с этим альбомом, который обещаю уже года три. Спонтанно все выходит, много что можно сделать, но вообще на завод пойти и не заниматься данной хуйней. Такие вот пироги. Можно сделать много и хуёво, а можно сделать мало и нормально. Есть ли у тебя хейтеры? Сколько раз интернет-бойцы, сидя перед монитором, грозились набить ебальник или выебать твою мамку? Как-то написал мне Шадиджи Ершев, что у меня нет содержания в музыке, внезапно, что оказалось. Ну еще как, то диджей Тиесто писал, но сработал будильник, и я не успел прочесть его сообщение, но начиналось оно со слов «fuck you». Странный сон, потом я заметил, что под кроватью насрано, но это, наверное, другая история. В мире пила, но милостью Господней тогда не умерла. Гуляю по Твери, мне светят фонари, душою отдыхаю, иду себе бухаю. Гуляю по Твери, мне светят фонари, душою отдыхаю, иду себе бухаю. Рекой, лишь вера православная дарует мне покой. В сини высоких храмов иду я по Твери, из камер наблюдения не светят фонари. В сини высоких храмов за Волгою рекой лишь вера православная дарует мне покой. Гуляю по Твери, мне светят фонари, душою отдыхаю, иду себе бухаю. Гуляю по Твери, мне светят фонари, душою отдыхаю, иду себе бухаю. Ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля. Ля-ля-ля-ля-ля, 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 ля. Твое отношение к творчеству земляков, Михаилу Кругу и ансамблю Христа Спасителя. Вот, кстати, история про западное звучание.
ты знал, что диджей СР из Тверской губернии? Только патриотизм и гордость берет, что Тверь — это колыбель андеграунд. И что Тверская земля славится такими громкими именами. Путин тоже родом из Твери. Предпочитаешь смотреть «Криминальную Россию» или «Следствие вели» с неподражаемым Леонидом Каневским? Мой идеальный день состоял бы из просмотра всех серий «Глухаря». «Балтика-девятка» или «Балтика-нулевка»? Выбирай. Смешал бы «Балтику» 0 с «Балтикой» 9, и очко было бы в мою пользу. Оказавшись перед Алексеем Навальным, что ты ему скажешь? Вечер в хату, часик в радость, четверо в сладость. Спасибо, Влад, за подробный ответ. Спасибо, Георгий. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на рассылку газет в отделении поштовой связи. Наш канал Васьки в описании. Всем пока. Я уже очень долго тебя не ебал. Ведь я много хороший слов, я бы сказал. Я так и тосковал, там я ебаный в рот. А я был и остался подонок и скот. А ты самая, самая, самая красивая и самая надежная из всех моих прелей. Ты самая, самая, самая красивая. Когда-нибудь откинусь я, ты только не старей. Обиды, дружок, и когда-нибудь
самая, самая красивая когда-нибудь откинул я. Ты только не старей. Еще долго осталось мне крест свой нести. А как жаль, что у нас разошлись о пути. Только ты не ебись больше с братом моим. А я выйду и мы с ним поговорим. Ты самая, самая, самая красивая и самая надежная из всех моих бледей. Ты самая, самая, самая красивая. Когда-нибудь откинусь я. Ты только не старей. Дослушал, скрепи до конца. Этим светлым людям мы пожелаем всегда слушать только хорошую музыку. Неважно ли хард-бас, самопал или пампинг. Не переключайтесь, в дальнейшем будет много нового и интересного. Всем пока, всем ня. Это была 21-я склейка, очко так сказать.